Всем привет. Я буду в городе, сейчас собираете. Сюда поехал. По делам приезжал. Дела здесь сделал. Сейчас немножко погуляюсь в парке. И спущусь к бульвару, то низко море. И вам тоже все это буду показывать. Вам тоже погуляю. Покажу, погуляемся все вместе. И немножко Мастунгай тоже покажу. Сейчас по парку иду. Сегодня хорошая погода так. Съемка пасмурная такая. И... Но влажность очень много. Влажность, но душно. Но немножко так прохладно. Не слишком нормально так может погуляться. Солнце такое, пекло нету сейчас пока. Но можно сейчас погуляться. Когда пекло, когда жало, невозможно гулять. Вот сегодня пасмурная погода. Немножко так погуляюсь. И... Вы со мной тоже погуляете по парку, вам тоже все покажу. Иду так по парку. Все пасмурная погода. Вот немножко погуляюсь пока. Не такой жарящий. Сейчас спущусь к морю. Все прямо иду туда. К сторону того кратера. Не смогу спускаться. Вот так спускаюсь вниз. Это все парк. Вот это 14 квартал через дорогу. Вот так иду, спускаюсь там вниз. Второму кварталу и повину потом направо, где мост. И вот тогда то вниз, к мосту. И все. И туда бульвары кто. Клаб бульвар. Новый как бульвар. Туда вы это все место знаете. Вам это все вам покажу. Здесь весь парк. И вот так. Все прямо иду. Сейчас 14, полностью 14 квартал пройду. И второго, не доходя до второго квартала, направо буду спускаться вниз. И там мост. От этого моста тут еще вниз. Все это вам покажу. Места. Спускаться. Все парк. Вот здесь. Все зелень. Эти качели вы помните, все знаете. Многие катались на нем. И здесь мини-зоопарк есть. Вот эти качели. Все здесь помнят. Сейчас уже второй квартал пошел. Не доходя второго квартала, вот этот второй квартал. И спускаюсь на низ. Вот туда. Здесь мост. Вот этот мост. После реставрации его сейчас же сделаю железный. Раньше был другой. Он как был обалденный. А сейчас такой прям мой сделаю. Спускаюсь к морю.
там бульвар новый. И вам тоже покажу новый бульвар. Мост. Кто это помнит, это мост, знаете. Все, ты мост я прошел. Спускаюсь вниз. Здесь все вспомнят, все многие здесь спускались туда вниз, бульвар. Ну, раньше это там бульвар не было, там обычное такое место. Все спускаются, все качки уже. Здесь уже нету солнца такого, кстати. Спускайся вниз. Здесь тоже снимала, помните, все качели были. Они все работают, все делают. Это парк сейчас. И вот, кстати, мне этот парк я вам снимал. Сейчас не спускаюсь. Все, вон вам там показывают. Все равно вместе гуляйте, посмотрите. Вот здесь парк. Какой был, я помню, вам снимал еще. Зимой, осенью вам так снимал, показывал весь. Это вот эти места я вам показывал зимой. Здесь много мест на канале съемок есть. Осенью, зимой, так весной все снимал тут места. Блин. Вот еще раз так вот зайду, так снимаю дорогу. Здесь автобус, 6-й номер ходит. Здесь шестерковый. Вот бульвар. Здесь новое здание открыли, Асан Хидмет. Кто не знал, Сунгай, это вот Асан Хидмет, вот это новый. Это здание Асан Хидмет новое открыли. Сейчас дорогу буду переходить. Вот это новое открыли здесь здание, это Асан Хидмет. Сунгаете. Второе здание. Открытие. Это Асан Хидмет здание. Вот здесь такой парк красивый. На фонтан сейчас вам покажу. Такие красивые здесь фонтаны. Вот здесь здание. Вот, это охладиться здесь хорошо, жару. И для спорта вот здесь есть детская площадка тоже. Вот тут фонтан. Такие фонтаны. Тут площадка для спорта. Это уже новая, уже вторая. Есть. Эти стоны первого квартала тоже там есть, на бульваре. Детская площадка. Вот здесь сторона это.
длинная скамейка для всех. Вот такие длинные скамейки себе поставили. Вот бульвар, Сумгаитский бульвар. Вот так здесь выглядит. Розы растут здесь. Розы вот здесь очень много разных видов роз. Все бульвар. Вот это все бульвар. Такой большой. Деревья уже выросли. Уже больше стали. Вообще тоже скамейки можно посидеть. Вот это у нас здесь новая Санфинет. Кто не знал, вот это новое открылся здесь на бульваре. Напротив 14 квартала и 2 квартала, где мост. Туда спускаться вниз, прям вы выйдете на здание этот Санфинет новое. Такие кусты здесь. Если это все вырастет, здесь будет там лес. Как ботанический сад. Раньше-то не было здесь. Это бульвара не было такого. Здесь был пляж большой. Если все помните, вот здесь был очень весь песок и пляж. Здесь такой деревья, так и не было. И такого большого бульвара не было. Вон оттуда мы спускались, с первого второго квартала. Там лестница. И прямо сюда. Здесь все песок было, здесь как пляжный. Потом вот такой построили бульвар. А там был корабль. Такой затонувший корабль железный. Вот так. Погода так опасная, но душно очень. Ласточки. Ласточки здесь очень много. Thank you.
здесь такой театр, летний театр. Сцена такая летняя. Еще на бульваре вот такие мотосервис. Вот такие мото даться на этих вот таких машинах. Вот здесь плакат. Вот. Смотрите, новые открылись. Пять минут. 10 минут, 10 минут. Вот можете выходить. Вот это. Здесь можешь покататься, кто сугаете. Вот, смотрите. Вот здесь был корабль. Сейчас его уже нет. Вот это причал, кто это знал, был здесь корабль, тот затонувший. Вот здесь. Вот сюда спустились, где они. Даже море, здесь купаться нельзя. Вот море, здесь близко к морю пойдем. Что здесь? Вот это море. Там был корабль раньше. А сейчас здесь такое поле сделали. Вот, кататься. 5 минут. Это 5, где бечь такие? 5 минут, 5 манат, 10 минут, 10 манат. Сейчас мне что-то платили, что здесь не задавили. Ой. Вот это поле, такое место для этих. Можно здесь и ездить, а не здесь. И вечером здесь вот, фонари есть, ночью можно. 5, как говорю, сейчас спросил, 5 минут, 5 манат, 10. И вот. Вот это место здесь. Можно спускаться с первого, где первый квартал, второй квартал. И прямо выйдите на это место. Можете. И отсюда можно, где 14 квартал, между втором квартал спуститься, где мост, сюда вниз. И вот здесь можно спуститься. Вот это причал. И первый квартал и второй, вот здесь. Вот так бульвар спускаться не. Вот там. Спускаете к бульвару. Вниз. И вот этот бульвар. Вот здесь можно кататься. Вот это море. Такой здесь вид. Причал. Можешь кататься. И стран причал здесь. Спускаюсь к морю. Здесь такая беседка. Сейчас девушка там села кататься.
к морю. Вот. Вот здесь так катаются. Вот такие горки есть, они большие, можно на них кататься. Вот здесь так. Вот такой специальный, здесь шины поставили, чтобы только до сюда можно. Вот, пытается. Хороший сустой. Да, развлечение это очень отлично. В Сумгаите так. Это впервые так в Сумгаите открыли. Вот, можно кататься. Весь мой. Там уже весь бульвар большой. Вот они катаются. И поехали. Приезжайте, катайтесь здесь. Сколько хотите. Смотрите. Такое, смотрите, большое такое поле. Вот, кататься можно так. О, развлечение. Сумгаите. Приезжайте. Катайтесь на этих машинках. Вот море. Здесь. А там больше. Там море пришло. Вот здесь уже море так пришло. Вот здесь немножко. Вот море. Много водорослей. На берегу очень много этих, как трава, водорослей очень много здесь. Вот тут на берегу очень много водорослей. Вот так сунгай. Тишина. Там возле моря. Вот так можете кататься здесь. Вот здесь. Море так уже все больше. Берег уже подходит. Здесь. Вон там уже больше пришло. Море приходит уже. Вот все уже доходит. Он должен до бульвара скоро дойдет. Там затонувший корабль был раньше, вы знаете.
вот там корабль стоял. Сейчас вот такой удлинили причал. Вот так, ну и... Вот так, приезжайте, катайтесь, будет зимой. Все, выхожу отсюда, иду туда, поднимать каблуку наверх. Беседка. Все, ухожу. Вот одеваться, приду сюда. 5 минут покатаюсь. Вы со мной вместе тоже покатаетесь по этому полю. Все вместе покатаемся. Я вас покатаю на этой машинке. Одеться приду. И покатаюсь. Покатаюсь, и вы со мной тоже вместе. Сюда. Вот так я поднялся наверх. Вот Сунгаит. Вот здесь все видно, Сунгаит. Вот такой пасмурная у нас погода. Все так поднялся. Наверх вот здесь море. Вот, вот все. Сейчас спускаюсь. А, блин. Вот, вот так все. Погулялся немножко возле моря. Вы со мной тоже погуляете. Вот это бульвар. Вместе с вами погулять по Сунгаиту, по бульвару. Все, сейчас уже иду обратно, уже еду домой.